В Видном состоялся географический диктант. Это всероссийская просветительская акция, проводимая Русским географическим обществом с 2015 года. Ее основная цель – популяризация знаний о нашей стране среди населения. Диктант представляет собой список из 40 вопросов, разделенный на две части. Первые 10 вопросов являются базовыми и составляют основу знаний школьной программы. Остальные задания требовали от участников более глубокого подхода, логики и образного мышления. Написать географический диктант могли все желающие. В связи с нынешней ситуацией, когда у нас закрыта граница, и мы можем и должны путешествовать по России, почему бы не приурочить географический диктант к познаванию чего-то нового и затем посмотреть эти места уже воочию? Цели участия в акции каждый определял для себя сам. Кто-то хотел проверить свои знания о географии России, другим интересно было открыть что-то новое. Я родился в Туркмении, из родного Туркменистана, и там закончил. И вот в Россию я приехал 6 лет назад, я здесь учился, и не знаю сейчас, какие вопросы будут по географии, и хочу просто посмотреть. Что будет? В любом случае важно, потому что образование, повышать образование всегда нужно и интересно. По регламенту на написание диктанта у участников ушло 45 минут. Каждому был присвоен идентификационный номер, по которому после 5 декабря на сайте Русского географического общества можно будет узнать результаты.